швец специально, ну, я фамилию чуть-чуть убрал, хотел бы заказать черенки. Внимание, я почему разместил этот самый письмо? Персик Хасанский, 5, и дальше по одному. Вот моя элита, бай Серафим Королевский, Мичуринский академик. Ну, конечно, это уже понятно, с ним мы разобрались, с этим человеком. А ради вот этих вот слов, ранее приобретал у вас косточки абрикоса разных сортов, привать есть чему. Поняли, да? Итак, значит, до косточки, то есть на абрикосы он привет персик Хасанский, а они уже приучены. Это железовские, это вам не с эти самые, не с рынка. Вот. Мне страшно было, когда я стоял и слушал. Один невежа продает, другой покупает. А скажите, а я стою в сторонке и слушаю. Направится тех, что с этих узбекских продает, продорусский. А скажите, по прививку я слышал, закопать надо. Да. А вы знаете, я слышал, если закопать повыше прививки, даст дополнительные корни. Правда это? Конечно! Да, конечно. Берите, закапывайте. Так, это вырвалось. Подарок от Железова. У меня два таких, номер один, номер два, или тот кладется везде. Вот, допустим, вот человек заказал вот это. Казалось бы, при чем тут семена? Он заказал черенки. А куда он денется, когда получит семена? Догадались? 40 штук семян. Это его головная боль.